В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда, вітаю вас. Одеситів збирають на Великий суботник. Мегаприбирання відбудеться 27 квітня. Лад планується навести на 4 локаціях. Це Лузанівка, 411 батарея, траса здоров'я та Дюківський парк. Детальніше про Великий суботник розпитаємо у засновника організації «Я одесит, мені не все одно» Олексія Леонова. Олексій, вітаю вас, дякую, що прийшли до нас в студію. Здравствуйте. Олексій, ну давайте почнемо з того заходу 27 квітня, це мегасуботник. Расскажите, сколько людей вы хотите побачить и как вы их собираете? Ну, это уже второе мероприятие наше. На первое мероприятие у нас пришло порядка 1200 людей. Вы ожидали такой результат? Нет, конечно, не ожидали. Это вообще произошло спонтанно на самом деле. А как это так спонтанно? Может, 1000 людей собраться больше? Я одессит, у меня 4 сына. Так. С которыми я каждые выходные бегаю по трассе здоровья. Так. Помимо того, что мы бегаем по трассе здоровья, у нас есть такое хобби, мы закаляемся, круглый год купаемся в море. И в отличие от людей, которые приезжают к нам, туристы, только в июне месяце, которые ожидают пляжи уже чистые в июне, мы смотрим за пляжами весь год. Так. Мы начали 2 года назад убирать на пляже. Сняли несколько сториз, запустили такой небольшой флешмоб, поубирай на пляже, сними сториз, получи подарок от ресторана «Пицца и гриль». И это набрало какой-то невероятный ажиотаж. Я нагадаю, что вы засновник, власник мережи «Пицца и гриль» и еще одной мережи, она называется «Slow Piggy», правильно? Да, так, медленный поросенок. Так, вы ресторатор, так, еще что? Но я одессит, это важнее, это намного важнее. Так, Алексей, еще вот. Было далее. И это набрало большой достаточно ажиотаж, больше 50 тысяч просмотров на Facebook, огромное количество в Instagram, большое количество репостов. Мы поняли, что это остро социальная проблема, которая интересна одесситам, которая их беспокоит. То есть зацікавились в Инстаграме, так, ваш? Да, конечно, идею, социальные сети основной дали толчок. А что вы делали? Вы собирали сметя с пляжа? Да, мы собирали с сыновьями, мы просто бежали по трассе здоровья с пакетами, собирали мусор, снимали на видео и все, и показывали на своем личном примере. Знаете, воспитывая детей, мы показываем все на личном примере. Вот на самом деле с этой уборкой все так же самое. Нужно показывать на своем личном примере. И что больше всего удивило на наших уборках, что молодежь является основными инициаторами этого, и молодежь не стесняется. Молодежь не стесняется убирать, не стесняется поднимать какие-то предметы грязные, там, где плесень или какой-то мусор, их абсолютно это не смущает. Так, Олексій, слухаю вас и згадую, что недавно прочитала про течію таку, про такий захід в країнах Північної Європи. Люди збираються і роблять фітнес, але це не просто пробіжка містом, це пробіжка, яка включає в себе підбирання сміття. От як робили ви? Можливо, ви зацікавились, прочитавши, як це відбувається на заході? Чи самі така ідея до вас прийшла? Ви знаєте, так активно о том, що происходит на Западі, начали говорити примерно год назад. Так. А ми це делаем уже більше 2 лет. Так, може, ви ще й перші. Ми не знаю, ми перші, але ми точно не безразличні. Вот. И... Кажуть, що ще такий фітнес більш ефективний, бо це не просто пробіжка, а це ще спалювання калорій. Приходиться нагибатися, звісно, кожен раз за мусором. Так, тобто це ще й корисно. Окей, 27 квітня, 4 локації ви вибрали. Чому саме вони, 411 батарея, Лузанівка, Дюківський парк та траса здоров'я, чому саме вони найбрудніші в місті? Ні, кстати, не самі грязні, але ми вибирали міста путем голосування. Ми опрашували одесситів, тих, які прийшли на прошлую уборку. И это такие были места самые знаковые в каждом районе. 4 района основных города и те места, которые были больше всего одесситам близки, наверное, их назначили в первую очередь. Есть еще места, которые будут в дальнейшем. Но мы захотели после прошлой уборки не просто сделать субботник, а чтобы Одесса показала большой пример всей Украине. Мы договорились с Книгой рекордов Украины, прошли первую инстанцию, прошли экспертизу, согласовали рекорд. В чем будет рекорд полягать? Мы планируем собрать больше 5000 человек. Это будет самый большой такой эко-субботник Украины. Но более того, помимо того, что просто одесситы показали пример, к нам еще присоединилось 7 городов. К нам присоединился Николаев, Херсон, Чернигов, Черкасы, Запорожье, Днепр и Киев. Як налагоджуєте контакти з іншими містами? Це, знову-таки, соцсети. Це не безразличні люди, які пишуть. Ми являємося партнерами ще клубу молодих бізнесменів Одеського, якщо знаєте таке сообщество.
В Николаеве есть аналогичное сообщество ребят, называется «Мриди». В Херсоне есть «Мы херсонцы». Это молодые ребята, предприниматели, студенты, которым не все равно, которые сами пишут, с удовольствием подключаются. Ну, спасибо соцсетям. Ну и огромное количество людей. 1200 человек, которые пришли на прошлое мероприятие, они же разносят информацию. Так, а вы впевнені, що набереться у цей раз, 27 квітня, 5000 людей? Як ви їх збираєте? Смотрите, так. Во-первых, мы позиционируем наше мероприятие не как уборку, а мы позиционируем ее как двухчасовую прогулку. Так. И тех одесситов, опять-таки, которые мне все равно и которые причастны и принимают непосредственное участие в чистоте города, в каких-то событиях города и так далее. Мы говорим о том, что изменив один квадратный метр вокруг себя, мы меняем наш город к лучшему в будущем. Конечно, доля сомнения присутствует. Соберем мы 5000 или не соберем. Но мне кажется, что... Десь ведется какой-то список там, чи реєструється? Нет, конечно. Ребята, у нас есть телеграм-канал, есть чат телеграм, есть в соцсетях группа в Facebook, в Instagram. И люди регистрируются, добавляются. В телеграм-чате у нас уже больше 2000 человек, которые постоянно активно задают вопросы, участвуют. Есть четко разделенные локации, есть группы, есть капитаны, закрепленные непосредственно геометки на каждой позиции. То есть мы все очень глобально продумали. В прошлый раз, когда была уборка, находились даже такие небезразличные люди, которые привезли специальные контейнера, боксы для утилизации шприцов и иголок. При определенном разогреве эти боксы сгорают, и иголки внутри плавятся. То есть настолько люди были небезразличны, они даже эти моменты продумали самостоятельно. До речі, Олексію, який інвентар потрібен, аби прибрати досить велику територію? Що для цього потрібно? Це ви забезпечите, чи кожен приходить зі своїм? Вы знаете, если в прошлый раз мы обеспечивали, и в прошлый раз были такие ситуации, когда кто-то стоял, убирал, проходили мимо или пробегали мимо какие-то люди, которые отдыхали на трассе здоровья или просто бегали, они подходили, просили снять с руки вторую перчатку для того, чтобы одеть ее и тоже убирать. Так. Потому что такое количество, мы планировали 300-400 человек, но мы не планировали 1200. В этот раз мы инвентарь подготавливаем максимально. Огромное количество небезразличных одесситов, которые просто привозят инвентарь. Просто приезжают люди, привозят 1500 перчаток, привозят там 1000 мешков. Мы нашли огромный отклик у крупных предприятий и бизнесменов города. Например, сеть кинотеатров «Планета кино» IMAX предоставили нам 7000 50% скидок на киносеансы для участников. Компания Coca-Cola дала 3500 бутылок воды для участников. Так. Компания Доминанта предоставила 500 деревьев для высадки в зеленой зоне. Так. И да, там много всего. Вот. И это я так понимаю, у вас хорошая пиар-компания, потому что много компаний про вас знают. У нас было одним из условий, мы никого ни у кого ничего не просили. То есть мы сказали, если вы хотите сами самостоятельно предоставить, плюс мы нигде не рекламировали на флаерах, не предоставляли никакие рекламные плоскости. Это просто люди нашли отклик внутри себя и поэтому приняли в этом участие. Олексій, а ви ресторатор, власник двох мереж ресторанів, и вы пригощали власну, скажем, їжу, так, участників суботнику. Недорого це пригощати всіх? Ну, послушайте, у меня власний кошт. У меня 4 сына, и я хочу своим сыновьям показывать пример, как можно сделать и как должно быть, и что нужно делать самостоятельно. Это было просто дополнительной мотивацией для людей, им было интересно. В этот раз еще больше, кстати, будет, еще больше есть будет партнеров. Так? Да, и не только моя мережа предоставляет, мы с удовольствием привлекли наших и партнеров, и, можно сказать, конкурентов даже, для того, чтобы накормить одесситов и сделать это максимально красиво и приятно. Я же говорю, это не... уборка – это такое приятное времяпровождение. Так, а яку площу все ж таки ви плануєте прибрати? 4 локації ми назвали, є орієнтування, яка площа? Да, смотрите, в прошлый раз у нас было 2 точки сбора. Это был пляж Лонжерон возле ресторана «Хуторок» и пляж «Отрада». Собиралось 2 группы и должны были идти друг другу навстречу, но люди захотели еще пойти чуть дальше. Одесситы знают в сторону пляжа Собачка, так называемого. Так, вот. Собачий пляж. Да. Так. И была убрана прям очень большая территория. Я бегаю каждый день практически на трассе здоровья, я это расстояние знаю. Это было почти 2 километра убрано площади. Так. Собрано было 4 полных зила мусора, 9 тонн мусора замовляли было вывезено. Вантажники, конечно, так? Все полностью мы организовывали самостоятельно. Куди вывозили, до речи? На свалку.
Конечно, Одеську свалку. Ну а куди? Більше нікуди. Так, і цього разу який кілометраж плануєте обійти? Ну, ми плануємо взяти не менше площадь. 411-я батарея, кстати, один із таких самих ухожених об'єктів, скажімо так. Не менше площадь плануємо убирати. Заказано вже 16 машин, які будуть вивозити мусор. Заказан весь необхідний інвентар. Будуть організовані обов'язково медпункти на кожній точці. Будуть організовані зони видачі повністю інвентаря, який понадобиться. Будут разделены все на команды по 25 человек. Сейчас, в принципе, так регистрация До речи, и происходит. Навіщо команда? Я вас хотела спросить. Это будет змагання, так? Нет, командами? Для того, чтобы людям было удобно. Вы понимаете, есть же разные люди. Есть люди, которые приходят и с удовольствием принимают эту инициативу, прогуливаются с ребенком, показывают пример, собирают. А есть люди, которые приходят и говорят конкретно, скажите, что мне делать, я буду делать. Так, есть два типа людей. Да, совершенно верно. И вот для тех людей, которые спрашивают, скажите, что мне делать, я буду делать, мы постарались все настолько тщательно продумать, чтобы все были задействованы, всем было интересно, все принимали участие и всем всего хватило. До речі, хто ці люди, які приходять на суботники? Це молодь, це люди старшого віку, люди з дітьми, студенти, хто це? Огромное количество молодежи. Так. Огромное. 18-25 это был самый большой. Это такой... дуже круто, так, что молодь принимает участие. Огромное количество взрослых людей с детьми, которые хотят показать так. пример детям. Большое количество спортсменов, ребят, нас поддержали и в прошлый раз, и в этот раз практически все молодежные спортивные клубы Одесские. Это очень круто, пример шикарный. Очень так. много было именитых спортсменов, которых мы с вами только что перечисляли. И Арнольд Хигай, и Артем Дмитрук, Лика Терлюга, наши одесские спортсмены, ребята, которые поддерживали. И студенты. Спасибо вот ребятам из юридической академии, которые поддержали тоже нашу инициативу. Это очень круто. Это пример. Это пример и... Все, что происходит сейчас в стране, мы видим, что нужно делать самостоятельно. Если ребята понимают, что они могут, молодые ребята, брать на себя ответственность уже сегодня, то они могут менять свое завтра. Так, Олексій, така філософська думка є, що чисто не там, де прибираються, а там, де не смітять. От як ви думаєте, от ваша робота, яку ви проводите за півроку, за рік, вона не зійде на нівець? Може, слід ще якось розказувати, якусь компанію проводити, аби не смітити? От вам буде не шкода того, що там, де ви прибрали, знову буде сміття? Смотрите, мы делаем для этого очень много. Я сейчас вам расскажу пару интересных моментов. Так. Но прежде скажу одну очень хорошую фразу, которую сказал ребенок на последней уборке. Так. Когда ему задали тот же вопрос, что с этим делать, он сказал, чем больше нас, тем меньше их. Так. Вот. Чем больше наше сообщество людей, которым мне все равно, тем меньше. Что мы для этого делаем? Мы сейчас взяли одну спортивную детскую площадку в городе. И объявили конкурс, чтобы дети возрастом до 14 лет нарисовали самостоятельно рисунок, как они видят борьбу с мусором в городе. Так. Эти таблички, эти рисунки будут потом распечатаны как таблички. И мы хотим сделать такой первый образовательный детский мини-парк, на котором будет все рассказано о борьбе с мусором словами тех же самых детей. Это первое. Второе, мы установили за последнюю неделю 25 мусорных урн, которые разделены отдельно пластмасса, стекло, пищевые отходы. Мы понимаем, что на сегодняшний день нет качественной сепарации и утилизации мусора в городе. Так, в городе. Это проблема. Да. Но мы устанавливали эти мусорники специально возле детских площадок для того, чтобы дети уже сейчас с детства, конечно, видели и привыкали к этому. Помимо этого, мы установили еще большое количество табличек и продолжаем устанавливать по поводу борьбы с собачниками, скажем так, не борьбы, а дружбы. Неправильно я выразился. Борьбы это для того, чтобы прибирали за собой. Да, мы сделали специальные таблички. Пожалуйста, уберите за своими питомцами. У меня, кстати, футболка на ней так написана сзади. Так. Да. Пожалуйста, уберите за своими питомцами. Специальные контейнера. В них находятся мусорные пакеты и перчатки для того, чтобы можно было убрать. И это все последовательная работа, которая приведет к результату. И последнее, вот мы на последней уборке планировали высаживать цветы. Мы закупили 80 кустов. Был звонок, позвонил молодой человек, говорит, вам нужны цветы, вы будете рассаживать цветы. Мы говорим, да. Он говорит, сколько нужно? 80. Он привез нам на акцию 500. 500, так. да. И возле каждого куста мы ставили вот такие красивые таблички, на которых было написано... Раньше здесь была куча мусора, а сейчас растут цветы. Да, да. И до сих пор эти таблички стоят на трассе здоровья, это очень приятно. Олексій, а скільки років організації «Я Одесит» мені не все одно?
Вы знаете, мы не планировали изначально вообще это делать общественной организацией. Это просто была инициатива, которая так называлась. Но в итоге, когда мы увидели такой огромный отклик у людей, и люди действительно, наверное, самостоятельно и спровоцировали создание этой общественной организации. Она очень молодая, ей всего лишь 3 месяца. Що ж, я вам бажаю розвитку і нагадаю, що ми говорили про те, що в Одесі 27 квітня відбудеться мега-суботник. Прибирання відбудеться на 4 локаціях. Це 411 батарея, траса здоров'я, Дюківський парк та Лузанівка. Запрошуємо і вас. Мене звати Тетяна Блайда. Побачимось. Щасти вам.